Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о знаках зодиака, которые в конце августа смогут разбогатеть. Их ждет финансовое обогащение. Кто же эти знаки зодиака, кто же эти счастливчики, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно в комментариях к этому видео напишите «принимаю и благодарю». И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают эту важную и ценную информацию. Итак, друзья, конец августа окажется весьма продуктивным для некоторых представителей знаков зодиака. Они смогут не только найти свою любовь, выстроить карьеру, но и также ощутимо поправить свое финансовое положение. И в этом видео мы поговорим о том, кто же все-таки имеет все шансы в конце августа разбогатеть, а также скажем, что же надо сделать, чтобы сохранить полученное. Итак, кто же эти у нас счастливчики? Первый знак зодиака – это Телец. К Тельцам в конце августа придут деньги. Вы сможете пополнить свой бюджет не только за счет основного места работы, но и посредством дополнительных заработков. Одним из вариантов может стать удаленная работа, например, в сети, или даже, возможно, продажа чего-то дорогостоящего. И на работе, уважаемые тельцы, вам все-таки нужно быть внимательнее и аккуратнее. Ведь благодаря этому можно будет показать себя в выгодном свете и даже претендовать на заслуженное повышение. А вот полученные деньги лучше всего не хранить дома, так как получится избежать лишних трат. Вот так, друзья, звезды Тельцам говорят о том, как они смогут разбогатеть в конце августа 2021 года. Следующий знак зодиака – это Лев. И львы готовы пойти на все, но, конечно же, на законных основаниях для того, чтобы получить прибыль, которую они потом могут использовать себе во благо и во благо своей семьи. И в первую очередь львы в конце августа будут усердно трудиться. Они понимают, что если они не будут работать, если они не будут усердно трудиться, они не будут придумывать каких-то новых идей, воплощать какие-то проекты, то, к сожалению, у них ничего не получится. При этом источником вашего дохода, уважаемые львы, станет как основная ваша работа, так и тот дополнительный доход, которым вы можете заниматься. При этом это может быть несколько доходов, которые может вам приносить в конце августа прибыль. Поэтому, уважаемые львы, вне зависимости от того, какая у вас высокооплачиваемая работа, обязательно, если вам ваши друзья, знакомые предлагают какую-то подработку, обязательно соглашайтесь. Почему? Потому что именно эта дополнительная подработка в самом ближайшем будущем даст вам дивиденды, благодаря которым вы сможете еще дальше, даже больше заработать уже к концу 2021 года. Помните, что звезды никогда ничего не делают просто так. Каждый наш шаг, каждое наше движение – это возможность прийти к нашему, тому, чего мы хотим иметь. Следующий знак зодиака, который в конце августа сможет разбогатеть, это знак зодиака Весы. Уважаемые наши Весы, вы получите ощутимую финансовую подпитку в конце августа 2021 года. И это станет возможным благодаря карьерному росту. Потому что вместе с вашей должностью, на которую вы перейдете, у вас и, соответственно, повысится зарплата. Также Весы могут рассчитывать и на стабильный доход, который им принесет имеющаяся у них недвижимость. И не столь важно, что же это будет, жилая квартира или офис в бизнес-центре. Но, уважаемые Весы, вкладывать полученные деньги вам следует в конце августа достаточно аккуратно. Например, перед тем, как вы решите вкладывать деньги, например, в ценные бумаги или в какой-то надежный банк, вы должны
100 тысяч раз перепроверить, спросить у друзей, у знакомых, возможно, у каких-то финансовых аналитиков, у экспертов. То есть вот так вот с бухты-барахты вкладывать деньги в конце августа, весы, не стоит, иначе это приведет только к убыткам. Помните об этом. Следующий знак зодиака, который сможет в конце августа разбогатеть, это знак зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, вы сможете обогатиться в конце августа. Рассчитывать вы можете только на себя, только на свои навыки, на свой опыт и свои знания. Благодаря этому вы сможете открыть даже свой собственный бизнес, который, к удивлению окружающих, окажется весьма доходным. Так вот, уважаемые стрельцы, полученные деньги следует сразу же пускать на развитие своего дела. Это может быть и приобретение оборудования, это возможно и обучение персонала. Но в конце августа, уважаемые стрельцы, ни в коем случае не давайте деньги в долг ни своим родственникам, ни каким-то своим давним друзьям, никому, вот просто от слова совсем, потому что с возвратом денег будут со временем проблемы. Как бы вас ни просили бы слезно в конце августа, ни в коем случае не давайте деньги, особенно тем, кто раньше у вас одалживал деньги и возвращал. В конце августа ни в коем случае это не делайте. Уже в сентябре, после 15 сентября, если вы хотите одолжить деньги, звезды говорят, что это уже возможно, но именно в конце августа не делайте такую ошибку. Следующий знак зодиака – это Козерог. И свой доход и вы сможете получить, уважаемые козероги. Прежде всего, это относится к тем, кто решил сменить работу или, как вариант, открыл свой бизнес. Деньги не будут, правда, вам сыпаться с неба, но заработать приличную сумму денег вы вполне сможете. И полученный доход разумнее всего потратить на свое образование, на саморазвитие или, как вариант, вложить эти деньги в бизнес. Если ничего из перечисленного не относится к вашим ближайшим планам, то лучший выход – это депозитный счет, но обязательно только в проверенном банке. Это очень важно. И никому не переодалживайте деньги, потому что все-таки, уважаемые козероги, деньги эти вы не скоро вернете. Следующий знак зодиака, который сможет разбогатеть в конце августа – это знак зодиака Рыбы. Уважаемые рыбы, финансовая удача будет в конце августа с вами. Вы сможете вернуть давний долг, получить наследство или даже крупный выигрыш. Не забудет фортуны и об вашей основной работе. Здесь вас ждет неплохое поощрение за усердный труд, а также велика вероятность получения даже новой должности. Очень аккуратными следует быть с тратой денег, а также нужно надежно прятать свой кошелек, потому что это будет самая надежная защита от воров.